Добрый вечер, уважаемые телезрители. Начинаем репортаж про вечный двигатель из мотора стиралки. Вот демонстрирую простой вечный двигатель мотора стиралки. Значит, принцип работы: самоиндукция плюс инерция. Я сегодня нашел бы движок другой, решил его новичняк приспособить. Сегодня же будут эти самые, должны реле принести, будем, как говорится, испытывать те варианты. Потому что этот вариант простой, хороший, но слабомощный. Для увеличения мощности нужно поработать. А там у меня уже готовы варианты. То есть, в принципе, вот сейчас он крутится, как я показывал. По счетчик смотрите. Вот пошел. Мотор крутится. Дал разгон. Вот щелчок был. Видите, счетчик отклонен. Сейчас он должен вернуться на место. То есть самоиндукция тут, инерция, самоиндукция, принцип. Инерция и самоиндукция. Два принципа вместе. Вот самоиндукция — это обратный ток возвращает колесико счетчика в исходное положение колески. Ждем, когда встанет на риску. Вращение продолжается. Питание не поступает. Вращение продолжается. Пошло. Счетчик был на риске, вот сейчас опять отклоняется. Стоп, вот сейчас отклонился, сейчас пойдет назад. То есть применяется реле. Такое я показывал наподобие. Вот сейчас он должен встать на место. Хотя вращение продолжается. Вращение продолжается, сила инерции. Сила инерции есть, самоиндукция есть, обратный ток. Можете отрицать, как хотите, но практика показывает реальность. Вот подходит к риске. Встал на риску и опять пошел. Видите? И вот так беспрерывно двигатель или БГТ. Расходы энергии.